Но спонсор сегодняшнего видео – сайт, на котором вы можете купить аккаунты по Valorant на любой вкус и бюджет. Valorant Rest. Тут тебе и жирный аккаунт с 200 скинами за 400 рублей, и рандомный аккаунт, который тоже может быть таким же, всего за 5. В общем, каждый найдет для себя что-то интересное. Ссылку на сайт я, конечно же, оставлю в описании. Ну а мы переходим к ролику. Но для этого нужно сделать хотя бы один фраг. Едем, едем в соседнее село. Я! Усилия прикладывает, чтобы его команда победила. Вайперс байт полетел, а Вова здесь, судя по всему, не желез. Нужно его закрывать, закрывайте! Ладно, двоих потеряли, есть время, чтобы поставить спайк. Колдамента, нюки забирает Редгара. Колдамента может открыться. Нет! Хроникл 7 секунд, нюки нужно нестись вперед. Но есть ли время? Время! Есть, есть! Охватило! Нет, подожди, хватает! Нюки 20 хилспоинт на Хевоне. Он даже улыбается, потому что думал, что будет победа. Тимофей! Хорош! Сюда! Борьба продолжается! Я не знаю, просто все соки сейчас были выжаты, весь пот был выжат. Что все-таки здесь никого нет. И раунд 4 на 3 превращается 2 на 1, потому что Аяс жив, Вайперс байт полетел. Это заставляет Оскара двигаться немножечко быстрее, но он нашел пятачок спасения. Оскар крутит сейчас свою карусель, и здесь Нац не понимает, где может находиться Миксвелл. И Оскар проигрывает свою перестрелку. Подождите, Нац, Аяс еще! 5-0! Куда? Так понятно. Потратил даггеры. Ну, надо попробовать. Возможно, сейчас у Никиты залетит. Никита залетает в первую, Никита не видит. А вот Никита, ай, как обидно-то. Он попал по сопернику, но это Шейдос. Какие же важные два минуса. Можно резать. Ревайвнуть можно, можно. Можно резать, да. Прям в углу погиб союзник, точнее, выходит. Солкас разбираться кое с кем. Ну, таки погибает Япи с оператором. Ему нужно свичить девайс. Хотя у него есть дэш. Он может, в принципе, это разыграть. Свич произошел по нему. Прекрасно создают. Они выиграли этот раунд. Они взяли 5 в 3, да даже 4 в 2. Да какая разница, они это взяли. И выиграли. Я думал, Скай. Ну и в спину к Нацу уже выходит первый игрок, Солкас. Ну, это было неплохо. Аяс, надо еще добирать дальше. А здесь еще минус от Аяза. А еще, может быть, Аяс подработает по сопернику. Аязище! Бомбардирище! Линк, ты куда здесь, Аязище? Боже ты мой! Вот это король базы А! Я думаю, ты как всегда. О май гад, вот это. Ага, а вот так. А вот такой вот кружочек. Плохой кружочек! Какой плохой кружочек! Это что? Что происходит? Это Аяс! Это просто нечто! Что ты сейчас сотворил? Это не маленькое чудо, это чудо из чудес под названием Аяс. Да, ты радуешь глаз. Босс, ну и Редгарище. 1 в 2. Спайк потерян. 1 в 2, дружище! Редгар! Что он сделал? Как он это сделал? Шейдосик, может быть, здесь поможет ребятам флешками и так далее. Остановит этот пуш с оператором. Увидел. Вовремя отходит Хроникл. Остается в живых. Ой-ой-ой, у Хроникла неплохой ревил, его тут же ломают. Но Хроникл, первый фраг есть, может быть, заберет остальных. Хроникл! Да ладно, Хроникл! Сюда! Ребята, кто хочет от Хроникла детей? Плюсики в чат, быстренько. Work with, although the margin for error is getting smaller and smaller, it's still there. Clear out mid, clear out heaven. You know they want to go their way, they got the Bladestorm. Asuna's path has been cleared, right? And look at him, he's going all the way into spawn. Meanwhile, yeah, Asuna gets one onto Chronicle. Defo's gonna have to run for the fences as Chronicle turns around, or excuse me, as Asuna turns around, reestablish back control of Heaven. They're going towards B, but they've swapped spots. Yeah, you've got Nats and Shadows who are playing back in Garage. And they have the spike. It's all of theirs. They force this, they push this. Will they be able to get in? Asuna's gonna be the first one. Does he go up and everybody comes out low? It's not gonna be that play. Asuna? They're just waiting for these to drop. He feels like he's got the flick and it's not gonna happen. Nats. Ethan now. Creeping in, here's a reload, sees one, not gonna be enough. Gambit brings it within 3. Field, they now know this position that's come in, and Chronicle gonna be forced to handle it. He does, and now that's 2 huge picks and two huge problems presented for Envy. Marv's in no man's land. He's got a player right, player left, can't find a cleave, finally loses it. Chronicle,
The beast through the vents is now Victor, and Crashy's left in pieces. That's a whiff and a half from Defo, but he does have his buddies by his side. He's got Chronicle nearby. Crashy's, do you have some magic for us here? Because you're going to need a bit. And maybe, maybe, just maybe he does, but one more! Shados breaks the hearts and gets it for Gambit. Will he actually clear the angle of Chronicle? And if he does he decide to kill him? Oh, Munchkin. A sad back, waiting for an opportunity, and there it is. Nat's taken down on the post plant. Chronicle, quick to trade. It's there just in time to save his teammate's life. The defuse tapped. They have to go out and make sure that it's not coming in. Those post plant lineups are here, and a quick spray down to close it out. This time, better equipped as well. Up to hand, TP heard. It's all his, waiting. Patiently, no, Redguard rips off his face. He's just diving in towards the site. He's seen another. Here's the flash. He knows they're both CT. This could be Redguard's. Another. A shot. Redguard! It's all he needs. He's got it, Redguard! Insane recovery there. Because they know Gambit want to play it slow, but this time around, it's a different story. Gambit are pushing out to this site quickly, trying to push the pace and catch their opponents off guard, and that's exactly what happens. A triple to open it up. Defo keeps on going. A triple of his own. In fact, a Blade Storm popped, and the right click is going to look to close this out. Mazzino walking headfirst into it, but Redguard catches him in the crossfire. What is going 16 on? To 15, and Tom, my... Easy stuff for Ascend on that push. Good trade for them with only the one man lost, and CNET makes sure they keep this extending. Oh my god. This man's ability with the operator is ridiculous, but Shados is still keeping the round close in spite of that. Knowing where both players are, he's already got three, another flash available. He blinds him and gets it! This can't be happening! Нацем вышел, он, так понимаю, слага или прострелил, ладно. Неважно, Шейдос за плентом, отличная переводочка, Шейдос! Вот это я понимаю, мужик на СК играет. Есть ультимативная, последнего найдут очень быстро. Легко. Эй, Солянова, дядя Богдан. Ну, да, это мне, вообще? Это мне. Боже, как он там переводит. Скрим, кто такой Скрим? Видели, как Шейдос стреляет? Скрима уже и нет, понимаешь. Давай, и вопрос, как раунд это начнется. Так, ну здесь пока что Боркум, опять же, в лампах тусуются. Вот любят защитники играть таким интересным способом. Через шаурсы, дабстеп уже выключает Хроникла. Меньшинство для атакующих, но еще два ультимейта есть. Один из них уже запущен. Интересно, в лампах ультимейт. Он, видимо, распространяется, да, очень удобным образом. Редгара здесь в спине подловил Виц. Неприятно, но все еще три игрока живы. Ульта работает. Шансы у Гамбита остаются, а защитники начинают сокращать дистанцию. Понемножечку полигончика выходит. Нормально здесь Нац разобрал диспенсера, уничтожает ультимейт. Еще одно, еще одно! Нац, машина едет! Не остановить просто! Ну как с такой скоростью можно реагировать? Я не знаю, дружище. Окей, Виц разбирается с Шейдосом. 2-2 ситуация, все еще очень близко. Пока что ульта работает, и это все еще играет на руку Гамбитов. Нац! Эй, дружище! Сюда плюс сюда. У вас-то минус уши по-любому, ребят. Сори. Здесь пока что живет за токсик скрином. И Хроникл заходит на девятку! Чро-ни-чле! Это жесть. Виктор, до свидания. Это квадрокилл для Хроникла. Три чемпионши поинта для команды Гамбит. Это Дефа. Но окей, сейчас был такой полуэкономический раунд. Да, есть клиночки, есть вандал. Но может быть Дефа сейчас такое вытащит. Хотя, конечно, 100 воров такого допускать не должны. Дефа еще одно попадание для него в этом раунде. И вот уже поинтереснее. 1-2 Дефа такое может уже выиграть. Не нужно тут открываться. И там по КМчикам Дефа. Четвертый килл за него. Можно и пятого забирать. Находится внутри хейка Мартин Спенсер. Очень опытный игрок. 15 секунд. Тащит Гамбит!